нашу любимую, самую последнюю, предпоследнюю. А, ну мы тут и были. Только не наступай кроссовками на коврик. Ты его в стороночку сдвинь. Аккуратненько разорви. А, там отклеено. Снимай ветровку. Это что, прям теплое, да? Короче, мы на Wildberries холодюхи заказали. Интересно, так сложено. Толстовки. Худи, правильно, да? Ну. Ой, что-то такое здоровое. Толстая, ладно, но большая, кажется. Может, на тебе не сильно будет здоровая казаться. Ну, оверсайз. Мода сейчас. Большой, да? Где я? Ну слушай, не скажу, блин, капец, ты широкая. Чё? Может, на размер меньше надо было взять? Покрутись. Нет, ну резинку подгибать надо. Поверни задом. Или оставим? Ну, та такого же размера большая. Ты ж хотел серую, светлую. Я тебе светлую выбрала, вторую. Ну, нормальная. Ты вообще эту даже не хотел. Ну что, оставляем? Да. Снимай. Мне кажется, здоровая. Ты ж футболки. Ну, это такая же большая. Может, поменьше размер сделаем, закажем? Уже холода, не так холодно. Ну, это вообще классно. Ну, ты вообще не хотел. А я что, знаю, толстый, но нет, он нормально. Блин, ну нездоровый, Влад. Я перезакажу, наверное, куда? Да? Надолго, а то как 2 года сначала же ты пропомнил. Повернись. На 1 год и все. Ну что ты так натягиваешь? Ну она в принципе не длинная, она просто широкая. Ну это кажется как будто визуально поменьше. Да, кстати, это поменьше. А ту что сдадим? Ну ни одной хватит. С чем будет? Эту ставим, ту дать. А может я ту померю серую? Давай померю. Короче, вторую я решила оставить себе. Худик. Он как раз мне по размеру. Правда, серый, но ничего. Он теплый прям такой. Пусть это у меня тоже кофта особо не это. Такой здесь рисунок. Ой, как же показать-то? Крыло, короче. Спина. Вот такая. Что, забираем обе? Ну-ка встань, еще раз покажу. Влад вообще шикарно. Ну все, кажется, на тебе здорово. Ты же оторвал этикетку? Да. Ну ладно. Ну-ка иди. Ну, в принципе, не сильно здорово. Я все переживаю, что слишком большую заказала ему толстовку. Но, в принципе, нормально. Оверсайз. Она ему свободна. Да, Влад? И с таким принтом красивым спереди и сзади. Вот. Ну и себе уж купила серую. Не знаю, куда ее буду носить, но куда-нибудь уже буду носить. Девочки, всем привет. У нас пришло, похоже, бабье лето. Теплый на улице настало. Пооткрывала в квартире окна, балкон, чтобы тепло заходило.
общем, соседи наши через стенку делают ремонт. Целый день сверлят, стучат, что-то пилят там. Дедушка идет. А вот, пришла сегодня с ночи, хотела поспать. Но так и не удалось поспать, потому что шумно. Тина одна в Алберис забирать там очередной заказ. Один вот уже забрала. Сегодня вы увидели видео. Теперь еще один нужно забрать. Я прям, девочки, знаете, подсела на этот Валберис. Вообще ужас. Уже сама себя говорю. Вот вообще туда хоть не заходи. Но тут Валберис обязательно что-нибудь да закажу. Вот уже, я не знаю, у меня уже похоже, как зависимость какая-то с этим Валберисом вообще. На Озон тоже я заказываю, но редко. Но на Озоне мне неудобно, далековато. А Валберис здесь вот прям по моей улице, вот в конце улицы. Там недалеко, через тут 2-3 дома, 3 дома получается. А Озон, он далековат. И там туда идти неохота, и там мерить как-то. Я ни раз ничего не мерила из одежды. В общем-то, мне как-то удобнее Валберис, конечно же. Хотя у меня есть на Озон карта бонусная, как бонусная. Если по ней покупаю, по этой карте, мне немножко дешевле товар получается. Но так я и не пользуюсь этой картой, девочки. Но одно могу сказать, засосало меня, как в трясину, как говорится, эти интернет-покупки. Но если действительно реально дешевле, как бы удобнее, почему бы и нет? А вот мне недавно тут сказали, что я много денег трачу. Да, я люблю деньги тратить. А что сделать? Вот люблю. Такие сейчас деревья красивые, да, девочки? Видно вам, нет? Липа сквозь елочку. Это я вообще ничего не вижу, конечно, что снимаю. Елки зеленые, липа за ними желтая. Красота. Надо съездить в лесок погулять. Там уже, наверное, тоже все желтенькое. Надо как-то выбрать время. Ваня сегодня, похоже, у нас в командировку поедет с ночевкой. Поэтому хорошо сегодня с ночи, так дома буду ночевать. Что как бы это, дети у меня не одни будут. А то недавно они у нас одни были. Ваня в 4 часа ночи только приехал домой. Получается, не одни у нас спали, ночевали. Но они и не поняли, они уснули где-то в час ночи и не поняли, во сколько там папа приехал. Вроде бы и уже большие дети, но все равно, как-то, знаете, я боюсь их оставлять одних. Не то, что боюсь что-то, вот, а знаете, за что боюсь? Что кого-нибудь приведут, каких-нибудь мальчишек. Дай бог, что-нибудь пропадет, все-таки деньги, документы, там, ценности какие-то, да, все равно переживаешь. Вот так вот. А сегодня я с ним буду ночевать, похоже, Вани не будет. Но он сказал, скорее всего, говорит, поеду в командировку. Поэтому мы одни сегодня будем. Ой, на улице тепло. Вчера ездила в город, девочки, упарилась. Джинсы одела, достала свой кардиган, который вот у меня есть, ажурный. Я в нем спарилась просто. Уже думаю, боже мой, зачем я его одела? Вообще хотелось раздеться, платье одеть. Блин, вообще с голыми ногами даже походить хотелось. Просто смотрю, люди как-то все в ветровках ходят, знаете, в джинсах, так вот как-то все нагрузно одеты. Хотя, по сути, тепло. Вчера было тепло, сегодня еще теплее. Поэтому сейчас вот хоть квартиры нагреются, то ведь мерзли. Девочки, если у меня не совпадает погода с вашей, которая сейчас у вас погода и у меня видео немножечко выходит позже. Поэтому вы не думайте, что что-то у меня не так. Просто видео немного выходит позже, чем обычно, чем на сегодняшний день. Поэтому немножко будет разница в погодных условиях. Вот так вот. Сегодня что-то у меня день тюлень, девочки. Ничего не хочу делать. Себя не показываю. Сначала пришла что-то такая вся помятая. Даже стрёмно себя показывать. Вот.
Так что себя не показываю, показываю вам красивую природу, красивую погоду, теплынь. Сходить бы погулять, но не знаю, что-то состояние нестояние. С ночи вообще никак не могу, блин, вот в норму прийти. Уже 5 лет уже работаю, и все никак не могу, девочки. Все равно у меня вот отцепной мой, когда я как квашня, блин, как неваляшка. Сижу, лежу, ничего делать не хочу. Тяжело. Вот так вот. Ну ладно, девочки. Пойду на кухню, посмотрю, что у меня там творится. О, кто мне тут пришел? Беладонна, как же без тебя? Как это ты раньше не пришла? Что такие окна, девочки, грязные, мыло же. Ой, опять все грязное. Надо на балконе порядки наводить, пока тепло. А неохота, скажи, Белка, да? Неохота. Ой, утром пришла с работы, она у меня под ногами крутится, вертится. Прям, знаете, не дает мне даже идти. Вообще, на руки, чтобы ее взяла. Соскучает? Да, Белочка? Скучаешь ты, красотка моя? А ты моя девочка. Такая красивая. Большая такая уже. И она прям сейчас орет, если балкон закрыт, она прям пищит, чтобы открыли ей дверь, чтобы она вот вышла сюда погулять на окошко. От улицы, кстати, я ее отучила. Теперь она уже не бегает, не орет гулять на улицу. Сидит уже дома. Она максимум на прихожку, на шкаф прыгает, там на тумбочку нас провожает. Подсолнух у меня тут лежит еще. Да, Белка?